Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Петуния относится к семейству посленовые. В диких условиях такое растение можно повстречать в тропиках Аргентины, Уругвая, Бразилии и Парагвая. Подкормки петунии с момента цветения летом проводят каждые полторы недели до августа, используя для этого комплексное удобрение, в котором содержится большое количество калия. Изредка петунию можно подкармливать органическими удобрениями, к примеру, гуминовыми удобрениями, либо настоем коровьего. Для того, чтобы кустики петунии росли и оставались крепкими, за сезон три раза проводят внекорневые подкормки кальциевой селитрой. Для этого на 10 литров воды нужно 2 грамма удобрения. Если же рассада петунии плохо растет, то ее поливают смесью из специальных удобрений. Для этого по инструкции отдельно готовят растворы с препарата НВ-101, Энерген и Фитоспорин-М. Готовые растворы смешивают и поливают по 1 столовой ложке на маленький горшок с рассадой. Из натуральных подкормок подойдут дрожжи. Такой подкормкой можно подкормить за сезон 3 раза. Готовый раствор готовят из сухих дрожжей по следующему рецепту. Итак, 10 граммов дрожжей и сахарный песок 1 столовую ложку разбавляют в литре теплой воды. Затем смесь ставят в теплое место и настаивают в течение 3 часов. Готовят рабочий раствор для полива цветов из 1 литра дрожжевого настоя и 10 литров воды. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!